Димитровграде создают новые рабочие места. Только до конца года в индустриальном парке «Мастер» планируют трудоустроить около 1000 специалистов. Промышленные площадки уже действующих резидентов посетил глава региона. Переговоры ведутся еще с двумя десятками компаний. Здесь предполагают разместить производство кабельной продукции, металлических дверей и беспилотных летательных аппаратов. Условия местного индустриального парка рассматривают также представители отрасли станкостроения и сельского хозяйства. Губернатор смог привлечь порядка 250 миллионов в прошлом году из федерального бюджета. В этом году будут нам выделены еще 250 миллионов на реализацию этого парка. То есть это деньги на ремонт и развитие инфраструктуры, которые идут по субсидии федерального бюджета. Также порядка 100 миллионов там из регионального бюджета выделяется. То есть этот проект нацелен на то, чтобы создать здесь новые заводы. Напомним, Димитровград – территория опережающего социально-экономического развития, потому для инвесторов здесь готовы предложить внушительные налоговые преференции. Это льготы по налогу на прибыль, льготы по транспортному налогу. А самое главное преимущество – это пониженные более чем в 4 раза размер страховых взносов, уплачиваемых на работников этих предприятий. За 3 года таким статусом воспользовались 8 предприятий, причем половина из них расположились на площадках местного индустриального парка «Мастер». До июля резидентами могут стать еще 8 компаний.